А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти на канал Rain PvP. На его канале сможешь найти конкурс, который проходит сейчас, и попытаться что-то выиграть, или посмотреть его летсплей и также голодные игры. Ссылочка в описании, и всем приятного просмотра. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Pixelmon, продолжаем ловить, искать, беситься по поводу спавна легенд. Но, ребята, я попытался все-таки обновить версию покемонов, то есть не на самую последнюю, не на версию 1.8.0, да, то есть на новую версию Майнкрафта. Нет, я попытался обновить на новую версию Пиксельмона, еще на эту версию 1.7.10. Но у меня не получилось, потому что там много всяких ошибок, связанных с крашами. То есть нам нужно удалить много модов, которые у нас присутствуют в этом сезоне. И, если честно, я как-то не очень захотел, потому что все, что мы делали в этом сезоне, связано, можно сказать, с какими-то модами. А если мы вот это все удалим, то наши украшения, весь дизайн, интерьер, вот это все пропадет, и будет немного грустно, если это все пропадет после того, сколько мы это делали. Поэтому я думаю, ребята, вы со мной согласитесь. А мы сейчас потопаем и быстренько прокачаем наши яички, но я немного выключу шейдеры хотя бы на этот момент, потому что я не знаю, у меня память, то есть жрет, смотрите, 1500 памяти, выделенные с 4000 даже шейдерами, но связано лаги связаны не с компом, не с другим еще чем-то, а лаги связаны, к сожалению, с статуями, которые находятся у нас в музее. То есть чем больше статуи мы ставим, тем больше лаги. А вы прикиньте, если бы мы делали так, как мы хотели на начале сезона, то есть чтобы запихивать туда все статуи, которые мы только ловили, то есть всех покемонов, которые бы у нас были, комп бы взорвался, наверное, или бы Мали крашился каждую секунду из-за того, что там извиняюсь, с ума можно зайти из-за этих лагов. Ну вот, яички превратились в экзекьютора, и мы их сейчас выложим в компьютер вместе с Стантлером. Кто у нас дальше идет по счету? О, этого не будем выкладывать. Вот сюда нужно. Стантлер выходит, и у нас идет Гулдин и Дактрио. Привет. Ну, Дактрио 4 уровня осталось, то есть не так уж и много. Все-таки действительно, ребята, в этой версии легенды у нас не будут спавниться, потому что они тут, наверное, забаганы. Я, если честно, даже не знаю, что с этим делать, с этими забаганными легендами. В джунгли, я не знаю, ребята, честно, мне говорили, мне даже подписчики писали, что в этой версии они пробовали помочь мне, в том смысле, что я выключу дождь, чтобы не шумело. То есть подписчики мне писали, что они пробовали спавнить легенд, то есть увеличивали их спавн, ходили, спавнили, но не получалось, потому что легенды тут действительно какие-то забаганы. Как вы видите, Суйкун у нас спавнится очень часто, Райко у нас тоже спавнится очень часто, а Мью, которая должна была бы спавниться еще намного чаще, почему-то не спавнится. А почему? Потому что залаганная версия. Говорят, что в следующей версии это уже все исправили, но в следующей версии это в следующей версии. Но пока что я ее почему-то не могу установить. Я уже, в принципе, сказал почему. Потому что много ошибок. И, наверное, я не знаю, ребята, да, с конца сезона как-то, может, дотерпим. А потом, может... Ух, тут мы перекачаем, наверное. Давайте лучше на Нату. А потом в следующем сезоне уже много версий подряд мы обновим, да? Знаете, ух, ни хрена себе, 60 кусков опыта, ребята. Это первая Блисси в этой серии. Нужно запоминать, что у нас еще 9 штук осталось. Так. О, ребята, там как, еще какой там уровень? Какой там уровень? Confuse Ray. Сейчас. Дайте я посмотрю, какой там уровень. Так. О, нифига себе, уже эволюция. Я что-то хотел сделать, но я, если честно, забыл. То есть, нам, наверное, нужно пойти на болото, потому что многие меня просили, чтобы я пошел на болото и чтобы половил там покемонов. Но это во-первых, а во-вторых, ребята, я согласен, Лукарио тащит. Лукарио нас тащит, охренеть, сейчас я только скажу, Нату был 8 уровнем, убили одного босса, стал 39-м. Охренеть. И давайте вторую Блисси. И 50 уровень заспавился. Зачем нам терять 50 уровня, да? Сейчас я не буду всех Блисси убивать. Мы отложим на конец серии. Но все же такие
таких уровней жалко не убивать. Еще один 50, это что, издеваешься нафиг? Сейчас, таким способом мы еще всех Блисси убьем. Фьюри атак. Смотрите, ребята, они нас просто манят себе, привлекают. То есть 45-е, 50-е уровни. Это охренеть просто. Мы убили трех Блисси. Это четвертое. Пожалуйста, не спамьте там большой уровень. Еще 6 Блисси. Да, я согласен, Лукарио тащил. Тащил нас, тащер, по сути. Он нас, если честно, даже больше тащил, чем Гроудоша. И, в принципе, мне посоветовали его. Я хочу сказать спасибо за этот цвет, потому что он действительно тащит. Но так как он прокачался... так, еще давайте лучше напишем, чтобы не забыть. Так как он прокачался... Зачем мы будем дальше его тут оставлять? То есть я согласен, он тащер и вот это все такое, но куда нам его дальше прокачивать? Дальше его прокачивать, к сожалению, некуда. И поэтому зачем мы будем тратить время, зачем... Ни хрена себе, еще и Бишар босс. Зачем мы будем тратить время и вот это все, если мы можем просто заменить покемона? И знаете, кого мы возьмем, ребята? Знаете, кого мы возьмем следующего покемона? Еще и самый большой босс, это вообще охренеть, так заспамился. А возьмем мы, ребята, наверное... Дратини и сделаем тащером Драгонайта. Ребята, как вы к этому относитесь, чтобы у нас тащер был Драгонайт? Мне кажется, это реально будет круто, потому что мне, да в принципе не то, что даже и мне, я по сути и сам знаю, что Драгонайт неплохой такой тащер, и это действительно будет очень круто, как по мне, я надеюсь, что вы со мной согласны. То есть Драгонайт тащер — это действительно классная идея, потому что... Сейчас. Потому что, по сути дела, нам уже некуда качать нашего Лукарио. И со временем, мне кажется, он, ну, поднадоест. А если мы возьмем другого тащера, начнем его прокачивать, то, мне кажется, это будет действительно очень крутая идея. А нет, таким способом мы перекачаем. Ребята, точно, я извиняюсь, то, что я забыл. Есть же еще одна эволюция у этого... у рулетика, то есть я забыл его прокачать. Я такой, знаете, у меня уже просто ну так, я прокачиваю, что 40-й уровень, и все, это нужно 100% выложить покемона. Я, если честно, просто-напросто забыл то, что у рулетика есть еще эволюции. То есть не переживаем, если мы еще докачаем Нату, вот уже так, Шату уже, Ксату, то, в принципе, мы уже сможем его выложить и уже сможем взять, точнее, не взять, а возвратить на место нашего рулетика, которого мы не докачали. Ну, ух, как я не люблю вот таких прыгающих туда-сюда покемонов, которые от нас убегают. Так, замечательно. Ох, ни хрена, ребята, вы видите, какие все они мирные. То есть, вот, мол, Эдисон, приходи, убивай нас всех. Мы даже между собой сражаться не будем. То есть, смотрите, какое большое количество их заспамилось, это во-первых. А во-вторых, то, что они даже между собой не сражаются, это какая-то нахрен подарочная серия. То есть, они даже между собой не сражаются. Дактрио. Я не уверен, то, что мы успеем еще и Дактрио прокачать. Хотя... По сути, если вот такой спаун бишарпов продолжится, как сейчас, но, конечно, вот эти уже паскуды уже вступили в бой, но и вот эти паскуды вступили в бой. Бишарп. А вот сейчас они нас начали троллить уже. Две пары между собой сражаются, но вот эти уже вроде разобрались потихонечку, да. Ну, нападай, наконец-то. Еще раз М, во, замечательно. Ребят, я выключу шейдеры, потому что я не знаю, честно, что с этими шейдерами делать. Давайте лучше увеличим дальность прорисовки, чтобы дальше видеть наших бишарпов. Вот с камерой, да, вот сейчас я пытаюсь другой способ с камерой, как видите, уже не такая, как она была раньше, то есть другим способом, но не очень, если честно, получается. То есть лаги такие же остаются. Кстати, ребята, я же опять хотел сказать то, что в скором времени мы будем заниматься размножением покемонов, спариванием, и как я сейчас только увидел Снорлакса, мне сразу это пришло на ум. А почему Снорлакс? Потому что нам нужно два Снорлакса для того, чтобы сделать одного Манчлакса. И поэтому мы потом его тоже словим. Ну что, ребята, мы в этой серии мы выложим уже трех покемонов.
Я не уверен, то есть, ну, сейчас посмотрим, не будем гадать, я также о Дактрио говорил, но, конечно, Сикингу там остался не один, не два уровня, а целых четыре уже, только что было два, уже четыре, хотя уже три, ребята, такими способами мы тут раскидаем практически всех, кто будет стоять на нашем пути, то есть, чтобы нам прокачивать... Быть тащером, точнее, Драгонейтом. Нужно сначала Дратини хотя бы прокачать до 55 уровня, чтобы взять в капитана команды. Взять на должность капитана команды Драгонейта. Найта, да. Потому что если мы его сейчас возьмем, то мы даже тех же Бисси нафиг убивать не сможем, потому что не будет возможности. А вот так, когда мы ее прокачаем, наверное, тогда возьмем. То есть Лукарий у нас еще немного послужит на своей должности, и в скором времени он уходит в отставку. Мы его отстраняем. Он служил нам верно, и, в принципе, за это мы ему тоже скажем спасибо, да? Но все же хватит. Замечательно, 4 покемона, ребята, это просто охренеть. Ну, еще один покемон в этой команде остался, но все, его мы уже точно не прокачаем, поэтому мы уже... Стоял ты на месте полчаса и стоял бы дальше. А, он сражается. Ну ладно. Вот он. Хренакс. Замечательно. 44 уровень. Я не знаю вообще, на каком уровне вот этот Данспарс эволюционирует. Честно, я даже вообще не знаю, есть ли у него еще эволюции. Но я надеюсь, есть. То есть его и так до 50 уровня нужно прокачивать, потому что мы его перекачали. Поэтому... И... Ой, хрена себе залагал. Я уже думал, выкинет сейчас. Поэтому или мы его докачаем... Если будет эволюция, то будет и так нужно его докачать. Если не будет, то просто-напросто выложим. Нужно вот этих, пока там никто в бой не вступил. Я там тоже вижу босса, не кричите, ребята. А мы еще попытаемся пойти его убить. Если он, конечно, не пропадет до того времени, как мы надумаем и как мы туда доберемся. Так, вылечим и потопали быстренько, ребята. Давайте еще по пути убьем еще одного бишарпа. Не, ну на бишарпах действительно, я согласен, на бишарпах крутой кач. Еще один бишарп босс, ни хрена себе, как на бишарпах боссах везет. Я, если честно, вообще толком никогда бишарпов боссов не видел. Но, как вы видите, сейчас это действительно помогает. В том смысле, что ультимейт даже бишарп босс заспавнился. Это самый лучший босс, который только существует. Фух, ну что, все бишарпики пропали. Больше никого нету. Ну, я еще снорлаксов вижу. Опа, вот еще. Снорлаксы. Глейгар, а Глейгар вроде тоже в какой-то степени хоть не... Я не знаю, честно, большой ли Глейгар тащер. Но я думаю, что более-менее. А вы не забывайте, ребята, то, что в этой серии нам еще... У нас, точнее. У нас еще осталось... Давайте спустимся быстренько. У нас еще осталось 6 Блисси, то есть, если вот это даже как он там называется, Данспарс эволюционирует на каком-то большом уровне, то у нас еще будут несколько Блисси, чтобы его докачать. Если нет, то мы его еще докачаем до 50 уровня. Вот он уже. И, в принципе, какая у него вообще нормал? А может он через счастье даже эволюционирует? Ну, если через счастье, то это еще... А, нет, если через счастье, то это хреново. Потому что нам еще его нужно будет... Да ты что издеваешь, что это за хрень? Потому что нам его еще нужно будет прокачивать. Ребят. Ух, уходим мы от... Иди ты в жопу, это место какое-то нереальное тормозит нас. Так, сейчас. Ух, честно, ребят, я даже не имею малейшего представления, как эволюционирует Данспарс. Пожалуй, я не буду гадать, я вроде поискал, но я ни хрена не нашел, как он эволюционирует. Поэтому, ребята, буду очень благодарен, если вы напишите в комментариях, как он эволюционирует. И, если честно, это даже очень мне поможет, и я скажу за это вам спасибо. Так, давайте возобновим шейдеры, хоть с лагами, хотя я знаю, с лагами, не с лагами. Ну, это все играет роль камеры. То есть камера, я не знаю, почему она так много жрет. Я говорю, я может потом еще как-то попытаюсь вот это все убавить, разобраться с этой проблемой с лагами с камерой. Но я не знаю, ребята, честно. Так, ладно, 1, 2, 3, 4, 5. Возьмем 6, 7, 8, 9. Давайте 10. 6, 7, 8, 9, 10. И у нас еще есть 6 Блисси.
которых мы еще можем убить, но перед тем давайте возьмем новых покемонов, ребята. Во-первых, Сикинга возьмем вместо рулета, которого мы еще не докачали. Дактрио вместо Шелдона. Ни хрена себе, у нас в этой команде будут два, три фойсел. Хотя нет, ребят, это будет уже чересчур, если мы вот так будем делать. То есть, опа. Это Шайни. Да нет. А почему тогда... Я вижу там босса, но... А почему тогда у нас их двое сразу было? А хрен его знает. Ладно, давайте тогда... Анжелку. Анжелка нас уже давным-давно ждет. Я так надеюсь. Анжелка, ты нас ждала очень долго. Я надеюсь, что ты нас ждала. Опа. Ну, Magikarp, кто же еще? Uncommon босс, ребята, не хочу. И давайте рулетика. Рулетика нужно прокачать, потому что рулетик уже там заждался. И ему еще, в принципе, много так уровней нужно даже прокачать. Это 5 Блисси убили. Это 6-я Блисси. Это 7-я Блисси. Уф ты, ну давайте, ладно. Это 8-я Блисси. Я сказал, это 8-я Блисси. Это 9-я Блисси. И ух, как раз такая большая Блисси. Это 10-я Блисси. Ху-х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 у. Ну и рулетик у нас остался 46-м уровнем, в принципе, нормально. Ладно, ребята, я думаю, на этом уже можно закончить эту серию. Я, если честно, уже больше не хочу ничего делать, как-то сонный, что ли, или что. Поэтому, ребята, давайте уже, в принципе, на этом заканчивать. Я надеюсь, если эта серия вам понравилась. И если эта серия набирает 500 лайков, то сразу же выходит новая серия. Об этом, ребята, не забываем. Поэтому заканчиваем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.